сегодня мы проводим открытое первенство спортивного клуба АИС под названием «Атака». В этих соревнованиях принимают участие как самые маленькие спортсмены 2008-2009 года рождения, так и юниоры, которые, некоторые из которых являются призерами Европы и мира. Для малышей, скажем так, это хороший шаг вперед, потому что соревнования проходят на электронных шлемах, и для них это первая возможность поработать в таком контексте. Для ребят, которые постарше, они принимали участие уже на чемпионатах Европы, где работали на электронных шлемах, но, скажем так, лишний раз поработать на том оборудовании, на котором они работают, вся Европа и весь мир, скажем так, это для них тоже большой прорыв вперед. Для малышей соревнования проводятся для набора опыта, для ребят, которые постарше. Данные соревнования являются таким неплохим закрытием данного сезона в этом году. Меня зовут Саша. Я очень хотел поучаствовать на этом турнире. Я не волновался. Я очень хочу победить в этом турнире и занять первое место. Меня зовут Марк. Я капельку переживал, но я выиграл все-таки бой. И могу выигрывать дальше. Если выиграю, я бы очень хотел получить первое место. В этом турнире много участвует малышей, которые первый год бывает, первый раз даже на соревнованиях. И я хочу им пожелать в первую очередь удачи, потому что в спорте важна удача. И если они даже и проиграют, то не расстраиваться, а тренироваться дальше. Главное проявить свою волю, бороться до конца, не сдаваться никогда. Это очень главное. И у них все получится, и в дальнейшем многие из них станут хорошими спортсменами, призерами Европы и мира.